Лучший алкогольный согревающий напиток для зимних вечеров и праздников – это глинтвейн. Его подают горячим, с фруктами и специями. А вы знаете, как приготовить глинтвейн? Подскажу отличный рецепт. Глинтвейн делают из красного или белого вина, для него используют ароматные специи, фрукты, ягоды. Его можно сделать в мультиварке или в обычной кастрюле. Используйте набор готовых специй или смешайте подходящие. Такой напиток согреет в холодный вечер и подарит всем хорошее настроение. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Подготовьте ингредиенты. Обдайте кипятком фрукты. 2. Очистите фрукты от кожуры. Выдавите сок апельсина в отдельную емкость. 3. В кастрюлю влейте апельсиновый сок, воду, добавьте сахар, кожуру апельсина, лайма и лимона, а также добавьте все специи, доведите до кипения и варите на слабом огне полчаса. 4. Спустя 30 минут влейте стакан вина и варите еще 30 минут, добавьте оставшееся вино и бренди, варите еще 5-7 минут после закипания, выключайте огонь. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Разлейте напиток по стаканам и подавайте к столу, наслаждайтесь вкусным коктейлем. Ставим лайк и подписываемся. Нам понадобится: красное сухое вино 750 мл, бренди или ром 0,5 стакана, апельсин 1 штука, лимон 1 штука, лайм 1 штука, вода 1 стакан, сахар 0,5 стакана, гвоздика 5-6 штук, мускатный орех 0,5 штуки, корица 1 штука, ваниль 1 штука, анис 2 штуки, количество порций 5-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Приятного аппетита! Приходите еще!